все тренеры личностного роста больше всего боятся темы энергии. Все они говорят о ресурсном состоянии, раздают советы вроде: начните правильно питаться, займитесь йогой, запишитесь в спортзал, найдите себе хобби, поменяйте что-то в своей жизни и т.д. Но глядя на переполненные несчастными фитоняшками спортзалы, начинаешь сомневаться в этих постулатах. Честно признаюсь, как поклонник здорового питания и йоги, меня отпугивают большинство зожников и йогов. Именно из-за их низкого уровня энергетики. Я сейчас говорю о той самой энергии, о которой без устали нам повторяет Хакамада и Тони Робинс. Перебирая историю успешных людей, глядя на их постоянно заряженное состояние, горящие глаза и дикую работоспособность, мы можем сделать один очень важный вывод, так сказать, золотое правило успешного человека, которое звучит примерно так: ничего общего в историях успеха нет. Кто-то родился с золотой ложкой во рту, кто-то в очень неблагополучной семье, у кого-то нет образования вообще, у кого-то за плечами Кембридж, кто-то сыроед и занимается биохакингом, поглощая 96 таблеток с БАДами ежедневно, кого-то папарацци подлавливают пьяным или в наркотическом состоянии. Более того, когда журналисты их спрашивают, в чем секрет их успеха, все без исключения повторяют одно и то же: «Я обожаю свое дело». Почему-то этот совет очень плохо продается на бизнес-курсах. Ведь великий секрет успеха в том, что нет никакого великого секрета успеха. Более того, согласно астрологии, у каждого из нас есть свой индивидуальный источник энергии. Ключевое слово здесь «индивидуальный» определяется он путем вычисления положения Марса в гороскопе. К примеру, человек, у которого Марс расположен в доме семьи и клана, будет подзаряжаться дома и обожать семейные праздники. Для него обязательно, чтобы завтрак и ужин проходили дома, и если вас угораздит выйти замуж за такого человека, то можете смело забыть про социальную жизнь, потому что для вашего партнера дом – это источник питания. А если, например, у человека Марс расположен в противоположном доме профессии и работы, то он как ошпаренный будет лететь в офис и брать сверхурочные часы работы. В общем, проявлять все признаки карьериста. Самое страшное для такого человека – это выходные. На выходных они лежат на диване и стеклянным взглядом просматривают бессмысленные ролики на YouTube. Потому как дома у них нет подпитки. Подпитка в офисе, на работе. Зная эти судьбоносные положения, сильные мира сего понимают, где именно им брать энергию. В совокупности с любимым делом, это делает их неуязвимыми. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите где-то в новостях какого-то очередного юного мультимиллионера из Силиконовой долины, не удивляйтесь его лишнему весу и нездоровому образу жизни, ведь энергию он берет из своего личного источника, который прописан в его индивидуальной матрице натальной карты.